всех своих спортсменов люблю, даже физкультурников. Которые... Даже девочек. Те, которые занимаются своим здоровьем, хотят быть здоровыми, достойными людьми. Я стараюсь делать так, поспособствовать в этом, чтобы были нормальные люди, чтобы приятно было посмотреть, чтобы они были не подвержены там разным сигаретам, там, пивом, чтобы не увлекались, чтобы были здоровы. Я за это, для этого работаю. Так что, милости просим. Всех мы принимаем, кто хочет, делаем и спортсменов, и просто здоровых.